Всем привет! Вы на канале Баранки Гну, меня зовут Карина. И сегодня я покажу вам рецепт кулича крафина. А будет он у нас не простой, а шоколадно-ванильный с корицей. Такой своеобразный микс булочек синнабон, крафина и кулича. Надеюсь, вам понравится. Для приготовления нам понадобится мука, какао-порошок, дрожжи, теплое молоко, растопленное охлажденное сливочное масло, сахар и яйца. Я взяла 2 желтка и 1 целое яйцо. В теплое молоко насыпаем дрожжи, добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Оставляем в теплом месте минут на 15. Посмотрите, дрожжи хорошо сработали и можно продолжать процесс. Разделяем муку на 2 части, одну меньшую 150 граммов, во второй останется 175 граммов. В меньшую добавляем какао-порошок, хорошо перемешиваем. В отдельную миску наливаем яйца, насыпаем сахар и взбиваем до более пышного и светлого состояния. Посмотрите, яйца хорошо взбиты. Добавляем опару с дрожжами, снова перемешиваем. У нас получилось ровно 350 граммов. Разделяем пополам на 2 части по 175 грамм. Добавляем в муку и замешиваем белое тесто. Сначала я это делаю ложкой, затем перехожу на стол и вымешиваю руками еще минут 10-15. Посмотрите, вот такое оно получается. Смазываем миску растительным маслом и укладываем тесто на дно. Чтобы не обветрилось, закрываем пищевой пленкой. То же самое проделываем и с темным тестом. Наливаем вторую яичную часть и замешиваем сначала ложкой, затем на столе. Смазываем растительным маслом миску, кладем тесто и накрываем пленкой. Оставляем тесто подходить в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в 2-3 раза. У меня прошло ровно 2 часа, тесто хорошо поднялось. Можно его обмять и приступать к сборке. На силиконовом коврике, смазанным растительным маслом, я раскатываю прямоугольник толщиной примерно 3 мм. Вместо силиконового коврика вы можете воспользоваться пергаментом. Отдельно раскатываем шоколадное тесто. Я это делаю на столе, также смазанным растительным маслом. Затем светлое тесто кладем поверх шоколадного, снимаем силиконовый коврик или пергамент, еще раз прокатываем скалкой. Для начинки нам понадобится сахар, корица и размягченное сливочное масло. Корицу с сахаром хорошо размешиваем и смазываем размягченным сливочным маслом. Поверх насыпаем сахар с корицей. По желанию сюда можете добавить цукатов. И сворачиваем в тугой рулет. Примерно 2 сантиметра от края посыпать начинкой уже не надо. Разрезаем наш рулет пополам. И из данного количества теста у меня получается 2 кулича. Аккуратно сворачиваем улиткой, заворачивая хвостики внутрь. Одну часть теста я кладу в форму диаметром 11 сантиметров. Второй кусочек теста также сворачиваем улиткой. И
кладу в более узкую форму диаметром 9 см. Дополнительно я ее надставляю, потому что кулич выйдет довольно высоким. Делаю это при помощи пергамента. И оставляем в теплом месте, покрытые пленкой, подходить примерно на час. Посмотрите, куличи хорошо поднялись и готовы к выпечке. Выпекаем при температуре 170 градусов около 40 минут. Примерно на 20 минуте лучше покрыть их фольгой, чтобы верх не сильно зажарился. Выпекаем до сухой зубочистки. Посмотрите, как они хорошо поднялись. Даем им полностью остыть. Получаются они очень мягкие и невероятно ароматные. По желанию можете посыпать их сахарной пудрой. Этот мраморный разрез покорит всех, кто его увидит. Всем желаю светлого праздника, удачи в приготовлении и до новых скорых встреч!